Старинное село Алакаевка – одно из самых живописных мест Самарского края. Леса, озера, сады и поля – все это радует глаз, поражает красотой и гармонией. В окрестностях села насчитывается 7 родников с удивительно вкусной и чистой водой. Один из них почитается как святой и служит местом паломничества православных христиан. Он известен не только в Кинельском районе. Сюда приезжают паломники из Самары, Сызрани, Чапаевска, а вода из Алакаевского источника используется во многих самарских храмах и считается целительной. Программа «Путь паломника» уже бывала здесь зимой 2012 года. И тогда местные жители пригласили нас приехать еще раз. Но уже в мае, когда зацветут знаменитые яблоневые сады. Предмет гордости всех алакаевцев. История Алакаевского источника начинается в 18 веке. В 1736 году ставропольский комиссар Моисей Богданов покупает здесь земли, потому что в 1736 году был отменен закон, запрещающий покупать башкирские земли у местных башкирских князей. Он покупает за 100 рублей несколько сотен десятин земли у башкирского князя Куругды Чемеева. Эти земли он дарит своему сыну Александру в качестве свадебного подарка. И вот, по сути дела, Алакаевка – это вот эта улица вдоль речки Елховка. Она называлась Елховка, потому что кругом были заросли ольхи. Сейчас это запрудка. Александр Богданов женится на дочери сызранского землевладельца Глеба Нилина Пелагеи Глебовне. Она приезжает сюда, в только что отстроенную деревню, где всего 40 дворов, и привозит с собой чудотворную икону Владимирской Божьей Матери. Эта икона была явленная, она явилась на горе Каинской, около имения Нилина, родового поместья помещиков. Пелагея Глебовна приезжает сюда, церкви здесь никогда не было ее и в окрестных селах, и она настаивает, чтобы здесь была построена часовня. Богданова строит здесь часовню, и эта чудотворная икона Владимирской Божьей Матери хранится в этой часовне. 23 года, до тех пор, пока не была построена церковь в соседнем селе, сюда стекались верующие и паломники. В годы революции часовня была разрушена. Икону спасли кто-то из местных жителей. Ее взяли на хранение, и она хранилась у кого-то дома несколько десятилетий. Но случилось чудо. На месте разрушенной часовни вдруг забил родник. Один из местных жителей обнаружил там образок Владимирской иконы Божьей Матери. Вот сам вот этот образок, он не сохранился. А икона, прибывшая к нам из Сызранского района, из семьи Нилиных, хранится до сих пор в нашей Алакаевской церкви. В 2003 году в Алакаевке открылся приход в честь покрова Пресвятой Богородицы. Под церковь было выделено здание бывшего магазина. Помещение полностью переоборудовали, и Владимирская икона Божией Матери заняла почетное место в храме. Во время советской власти, естественно, во время гонений на церковь, об источнике мало кто знал, но были люди, которые построили здесь сруб. Очень дешевый, плохенький сруб. И когда в 2003 году сюда приехал батюшка, отец Александр, и узнал об этом месте, он обнаружил этот полусгнивший сруб. Была металлическая труба, из которой лилась вода. И батюшка обратился к местным властям, к директору совхоза Илясову Алексею Павловичу. Он выделил деньги на сруб,
небольшой такой сруб здесь сделали, и поставили дубовый крест. Около него служили молебны, в крещении здесь освящали воду. Силами прихожан и с Божьей помощью расчистили территорию, сделали земляные ступеньки к источнику. В 2004 году в Волокаевку переехали Наталья Михайловна и Николай Иванович, учителя местной школы. Они тоже побывали на святом источнике. Лестница была земляная, и при малейшем дожде пройти по ней было просто опасно, невозможно. И мы стояли с Николаем Ивановичем и думали тогда, как жаль, что вот такое прекрасное, благодатное место и до такой степени не ухожено. В то время он вел математику и технологию. И на уроке технологии он рассказал детям о святом источнике. Они загорелись. Давайте сходим, посмотрим. Сразу инициативная группа собралась, 16 человек. Особенно заинтересованных и мальчики, и девочки, 7, 8, 9 класс. Ну и на урок технологии они однажды пришли сюда. И, как сказала Наташа Погуца, одна из инициативных таких вот девчонок, у нас сразу родился план, что здесь как будет. Вот здесь будет часовня, она сказала, вот здесь будет купальня, а здесь будет типа бассейна. Объявили конкурс в школе между классами на лучший проект оформления святого источника. Несколько проектов было, но, в общем-то, сводилось все к одному. Это вот купальня, часовня и само место, где льется вода. Обязательно лестница. И все дети рисовали клумбы с цветами. Первое, что сделали ребята, планов-то было громадье, это они пришли очистили здесь территорию. Вот на снимках можно это увидеть, что здесь было и с каким энтузиазмом они работали. Пилили, уносили, копали, даже деревья посадили, несколько саженцев. Затем на урок технологии Николай Иванович с мальчиками изготовили лестницу деревянную с металлическими перилами. Конечно, львиную долю работы делал покойный Шанширов Владимир Ильич, энтузиаст. Очень много работал с детьми, причем добровольно, бескорыстно. И вот он эту лестницу помогал делать. Установили лестницу, натаскали камней мальчишки и взрослые, выложили место около родника. Вот эти камни, вот то, что без плиток, это все детская работа. По полю собирали эти камни, с учениками вместе собирали, вот в машину кидали. Там кого-то, значит, просил тоже машину, и потом сюда привозили и скатывали их. Просто площадку делали тоже каменистую. С места стало вполне такое, знаете, приличное, почти благодатное. Сразу интерес к этому источнику обострился. В это время был объявлен конкурс в рамках проекта «Гражданин». И Николай Иванович предложил детям поучаствовать в этом конкурсе. Вот тогда и родился проект «Живи, родник». Этот проект был признан лучшим проектом пятилетия. И, кстати, после этого проекта началось массовое движение по возрождению родников, святых источников. И сейчас, по сути дела, в каждом селе есть святой источник. В общем-то, мы были в самом начале этой работы. Целый год ребята готовились к защите проекта.
поставили цели, задачи, этапы работы определили, даже сумму посчитали, сколько денег нужно, чтобы облагородить эту территорию, и вступили во взаимодействие с местными структурами власти. Это было одно из направлений в работе проекта «Гражданин». Они работали и с директором совхоза, и с директором школы, и с начальником ЖКХ. Всюду просили помощи, всюду просили денег, всюду просили оказать поддержку проекту. И, надо сказать, никто ребятам не отказал. По мере возможности каждый свой вклад сделал. Вот с этим большим проектом, с расчетами, с бухгалтерскими такими вот выкладками ребята отправились на защиту проекта, получили грант главы администрации района, и было выделено 300 тысяч рублей на благоустройство этой территории. Конечно, дети у нас очень талантливые. Их артистизм, их такое, знаете, изящество в подаче материала свою роль сыграло. Дети здесь были уникальные. Результатом выполненного проекта стала часовня, оборудованная купель, металлическая лестница и площадка у самого источника. Детям уже четвертый десяток, и у многих уже дети учатся в нашей школе. А кто-то и уехал отсюда. Да, дети взрослые. Кстати, многие из них стали педагогами. Но, наверное, то поколение детей выполнило свою задачу, свою миссию. Они, во-первых, возродили этот источник. Они взбудоражили всю общественность. О них писали, о них говорили, снимали их. И, конечно, память-то они о себе оставили. Вот этот источник – это плод их трудов. Что такое этот проект? Это же не только благоустройство территории. Это и духовно-нравственное воспитание. Это пробуждение интереса к историческому прошлому, к своему. Ну и, конечно, это гражданское воспитание. Дети приучаются взаимодействовать с структурами власти, требовать, говорить, объяснять, настаивать. Они убедили, что все возможно, все в их руках, потому что никто им не отказал. Все с ними говорили на равных, как со взрослыми. Ну, то есть этот проект, он настолько многогранен, и переоценить его, в общем-то, наверное, невозможно. В Крещении здесь столько людей, столько машин. Вот здесь лед на реке, и весь этот лед заставлен людьми. Все стоят в очереди, ждут терпеливо окунуться в купели и обязательно набрать святой воды. Это уже хорошо, что традиции наши восстанавливаются, возрождаются. Уже одно это хорошо. Пусть они не знают историю, но и кроме того, историю мы восстановили, опубликовали, и теперь многие знают. И имена, и фамилии, и даты, и кто, и почему Владимирской иконы Божьей Матери. Может, она и спасла наше село от полного уничтожения. Ведь крошечная деревушка была, 40 домов. А посмотрите, какое здесь мощное село. Красивое, благоустроенное. Одно из самых красивых сел в Кенецком районе, как все говорят. Называют даже Кенецкой Швейцарией. И люди работают, и очень много молодежи остается в селе. Много молодежи. Когда мы это все построили и пытались, здесь дежурили, так и считали, сколько человек вот на праздник приезжали, это крещение, да, вот, на этот праздник приезжали, где-то мы насчитали 900 с лишним человек. Вот 900 с лишним человек, это за ночь стояли, до асфальта машина стояла, не могли проехать сюда, вот, мы прошли через речку, тогда лед еще был, значит, вот, и считали, вот, и до, наверное, до 3 часов были мы здесь. Каждый год приезжает, вот, и сегодня здесь были, кто купается в купели, вот, и заезжает постоянно. Дорога идет здесь, вот, и с дороги тоже, значит, это подъезжает, заезжает, кто знает. Ну, там указатель есть, ну, конечно, это люди веры, они стараются быть вот это здесь, чтобы поклониться источнику.
15 лет назад настоятель Алакаевского храма попросил Владимира Анатольевича присматривать за источником. С тех пор он считает это своим послушанием. Каждый день Владимир приходит сюда прибраться, помолиться Владимирской иконе Божией Матери. Ну, это часовня, как говорится, Пресвятой Богородицы Владимирской, которая вот у нас здесь, вот, лик ее. Когда мы празднуем икону Владимирской, чудотворную икону, то мы это открываем, и батюшка освящает эту воду, и уже она текет дальше, там в купель, и кто придет, как говорится, жаждущей воды. Души, как говорится, конечно, если нет глубокой веры у человека, то и души, в душе-то нет ничего, как говорится. А так-то, конечно, я тоже со всей душой отношусь к этому делу. Ничего не было, стало что-то, да. В этом году даже заменили часть вот этого перил. Лестница была деревянная, стала, значит, вот такая железная. Это тоже работа людей. Весной этого года над Алакаевкой пронесся ураганный ветер, который повалил деревья, уронил поклонный крест, маковку с купели. Люди говорят, конечно, все нужно сделать. Вот, наверное, следует обратиться к властям. Здесь, конечно, и техника нужна. Там деревья большие, толстые, и нужно людей или технику хотя бы вот это, оттуда вытащить все это. Даже покоробил там ванну, удар был на фундамент. Этот фундамент сварной согнулся, наверное. Пока мы снимали интервью, люди постоянно спускались к источнику набрать воды, кто-то заходил в купель, и все говорили, что вода здесь самая вкусная, а место светлое. Мир, покой, так хорошо здесь. Вот такое ощущение. Очень красивая купель. Да, купель красивая. И вообще место красивое. Прям приехала сюда, как в детство окунулась. Какая-то суета городская надоедает просто. Да. Очень бодро, хорошо. Понравилось нам. Понравилось нам, да. Очень много народу только здесь было. Ждали полтора часа в очереди. Но искупались с удовольствием. Ездим сюда в родник очень часто за водой, и зимой, и летом. Нашли 60 мест, святых мест в Самарской области. Вот решили начать потихонечку их объезжать. Мы сначала поехали вот в Чубовку, съездили там, побыли на службе. Тоже там в Святом Источнике искупались, и вот решили сюда поехать. Потому что тут не были, но мы в интернете я посмотрел, то, что есть такой источник. И вот хотелось приехать, приехали, вот сейчас хотим, может, еще куда-то съездить, там, в Старую Бинорадку. Ну, как-то по святым местам поездить, вот такое. Хорошо день провести. Сегодня Алакаевский родник служит источником чистой, целебной воды для жителей села и гостей. Здесь можно отдохнуть и помолиться. Вкусная, у нас самая хорошая вода. Мы когда делали проект,
мы сдавали анализ и биохимический, и по содержанию вот этих солей самое низкое здесь. Ну, а магний, там, значит, всех вот полезных веществ здесь самые хорошие. Вот такая история у святого Алакаевского источника и Владимирской иконы Божией Матери. А в том, что эта икона чудотворная, местные жители не сомневаются. Перед каждым экзаменом, перед каждым ГИО, ЕГЭ мы с учениками ходили в храм на службу. Батюшка благословлял детей, разговаривал с ними. И однажды был очень слабый класс, и мы ожидали, честно говоря, не одну двойку. И когда мы взяли листок с результатами, то завуч закричал: «Наталья Михайловна, ни одной двойки и половина четверок и пятерок». И дети шли на экзамены каждый раз, не беря с собой телефоны, только крестики на груди и полмесяца. И сдавали ни одной двойки, ни одной двойки за все годы не было ни на ГИО, ни на ЕГЭ. А нас обычные дети, ни гимназия, ни колледж, обычные сельские дети. Вот, наверное, все-таки та самая Владимирская Божья Матерь покровительствует нам, помогает.